Привет, YouTube, привет, мужики. В общем, начал я варить капот малышу. Уже кое-какой каркасик накидал. Значит, будет открываться он вперед. Вот таким вот образом. Специально здесь оставил спереди место. Потому что у меня здесь и ковш вешается, и навеска вешается, и противовесы. Все вешается спереди. Вот таким вот образом. Это еще не окончательный вариант. Будет здесь все зашиваться. В общем, решил поставить дополнительно, наверное, генератор. МТЗовский. Этот генератор на 700 ватт. Он уже работал с этим двигателем. Отлично работает. Двигатель справляется. Он работает без аккумулятора. Этот генератор. То есть завел, и он сразу дает ток. Вот. Будет, как говорится, свет при работе двигателя. Места ему здесь хватает. Как раз между вот этими рулевой колонкой, между валами. Все здесь проходит замечательно. Единственное, что я сделал, это шкив от двигателя. Я дал ему дистанцию немножечко. Так, чтобы ремень нигде ни за что не цеплялся. Вот. Он не приваренный, просто поставил его показать, как это будет происходить все. Сейчас мы это все дело посмотрим. В общем, подготавливаю трактор под покраску. Сейчас его буду разбирать частично. То есть снимать крылья, вот эти подножки снимать, отстегивать полностью заднюю полураму, снимать мост, снимать переднюю балку, готовить под покраску, ну и, соответственно, красить. А вот переднюю раму, вот как она есть, с вот этой стойкой для руля, с рулевой колонкой, с двигателем, с площадкой, с капотом, я заберу на верстачок и буду ее доваривать капот уже отдельно. То есть мне здесь достаточно, все это будет видно. Там, если нужно будет где-то повернуть, я поверну. Во-первых, оно повыше будет на уровне глаз. Не нужно никуда подлазить, нагинаться, там, на коленках стоять. Все это будет делаться на верстачке. В то время, когда краска задней полурамы вместе с дисками, с колесами, с балками будет сохнуть. Вот. А я буду заниматься капотом и всеми этими вещами. Как только накидаю скелет, сниму двигатель, отмою его. Вот начал уже отмывать. Смотрю, отмывается. И тоже двигатель покрашу в черный цвет. Ну, нравится мне так, такой вариант. Вот. Так что, хараляля, давайте разбирать. We'll be right back.
Полурама передняя на верстачке. Очень удобно ее здесь разворачивать. Как мне нравится, да, с любой стороны там, я не знаю, подходить. В общем, как только поставлю генератор, этот приварю крепление, сниму двигатель, и уже намного будет удобнее все это дело дальше зашивать. Так что, кому понравилось, ставим палец вверх. Подписываемся на канал, кто не подписан. Обязательно нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос по сборке. По сборке уже готового покрашенной рамы. Вот. Так что, с вами был Санек. Еще увидимся. Пока-пока.